В России защищают пятого президента Украины Петра Порошенко и возмущаются тем, что сорвалась его поездка на переговоры к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого считают другом Путина. Свое возмущение выразил украинский экс-нардеп-коллаборант Олег Царев, в отношении которого в Украине открыто дело о государственной измене. По его мнению, мол, кто-то очень не хотел, чтобы Порошенко сейчас уехал за границу, потому что тот должен был принять участие в переговорах, в которых была заинтересована РФ. Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто подтвердил, что встреча между Порошенко и Орбаном была запланирована. Напомним, 1 декабря пограничники не выпустили Порошенко за границу на том основании, что Верховная Рада отозвала его разрешение на командировку. Все из-за полученной информации руководством парламента о том, что Порошенко ехал на переговоры к Орбану, которые могли повредить национальным интересам Украины. А эта тема использована для провокации на международной арене со стороны российских спецслужб. Отметим, премьер-министр Венгрии системно выражает антиукраинскую позицию, препятствует вступлению Украины в ЕС и регулярно призывает снять санкции с Россией.